7 лет назад на базе одной из школ города была открыта секция по бодифлексу. Инициатором выступила одна из любимых многими поколениями агидельцев учителей Рамзия Хасанова. После выхода на пенсию педагог не скучала и в качестве альтернативы рукоделию и огороду предложила коллегам занятия новомодным видом аэробики. Бодифлекс – это одна из эффективных дыхательных гимнастик, которая также способствует похудению. Это дает заряд энергии, здоровье дает и дает возможность противостоять болезням. Дает энергию, интерес к жизни. Мы общаемся, дружим с семьями. Ну вот, так интересно живем. Сегодня в группе Рамзии Мухтаровны занимаются около 20 человек. Собираются активные жительницы города 3 раза в неделю. В составе группы в основном учителя, вышедшие на пенсию. Хотя здесь будут рады всем. Есть в группе люди, которые имеют детей-инвалидов, которые, в общем, не могут ходить где-то в себе позволить, с деньгами проблемы. Есть женщины, которые, в общем, одиноки, потеряли мужа ей, допустим. Многие, всякие есть люди, и молодые, и пожилые есть. Но приходят, мы никого не выгоняем. В программу бодифлекса входит в основном дыхательная гимнастика. Кроме этого, во время занятий используют обручи, брусья и другие гимнастические снаряды. Отдельно стоит отметить, что секция работает абсолютно бесплатно.